Уважаемые друзья, коллеги, мы очень рады возможности встретиться с вами еще раз, на этот раз в Сочи, поговорить по текущим нашим вопросам. У нас много планов. Мы с коллегами с российской стороны сейчас коротенько прошлись по всей повестке дня. У нас и инвестиционные планы, особенно в энергетике, и планы развития сотрудничества в отдельных отраслях серьезные. И мы давно договаривались, что посмотрим, как идет работа по всем этим направлениям. Очень рад такой возможности. Добро пожаловать. Спасибо, Иванович. Я очень рад тоже нашей встрече. На самом деле искренне рад. Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что Кыргызстан намерен твердо и последовательно развивать, активизировать наши отношения с братской, с Россией, нашим стратегическим союзником. И я думаю, нас ждут, конечно, и трудности на этом пути, но если мы реально возьмемся решительно, то многие вопросы мы могли бы решить быстро. В том числе, помните, я говорил, что мы, конечно, хотели бы до конца этого года войти в состав Таможенного союза Евразийского союза. Если это будет обоюдное желание, будет реальная поддержка, то Кыргызстан активно сейчас в этом плане работает. Алмазбек Шахинович, мы, безусловно, обсудим и вопросы, связанные с интеграционными процессами на постсоветском пространстве. Прежде всего, конечно, вопросы, связанные с движением Кыргызстана в сторону присоединения к Евразийскому экономическому союзу и к Таможенному союзу. Мы с вами подробно обсуждали эту тему, и сегодня, конечно, еще раз к этому вернемся.